Твою мать, его здесь нет. Хэш. Ему крышка. Он знал, что вы придете. Где Рорк? Где он? Не знаю. Никто не знает. Хэш! У вас 5 секунд, чтобы передать координаты Рорка. 4. Его здесь нет. 3. 2. Его местоположение там, в зашифрованном файле. Так, так, так. Это не ходячие мертвецы. Рорк! Я знал, что вы нападете на след. Ты пытался убить моего отца, скотина! Хэш! Сыновья Элиаса Уокера. Мальчикам поручили мужскую работу. Где ты, Рорк? Неважно, где я. Важно то, что 10 лет назад призраки бросили меня подыхать в этом городе. Оппозиция. Аналогично. Ладно, пора за дела. Твою мать, его здесь нет. Хэш. Ему крышка. Он знал, что вы придете. Где Рорк? Где он? Не знаю. Никто не знает. Хэш! У вас 5 секунд, чтобы передать координаты Рорка. 4. Его здесь нет. 3. 2. Его местоположение там, в зашифрованном файле. Так, так, так. Это не ходячие мертвецы. Рорк! Я знал, что вы нападете на след. Ты пытался убить моего отца, скотина! Хэш! Сыновья Элиаса Уокера. Мальчикам поручили мужскую работу. Где ты, Рорк? Неважно, где я. Важно то, что 10 лет назад призраки бросили меня подыхать в этом городе. С этой ночи Элиас будет жить с пониманием того, что отправил родных сыновей на верную смерть. Это была ловушка. Идем! Скеркроу, операция под угрозой! Подождите по воздуху с 52-го этажа! Вас понял, Шейсман. Отправляю приказ о комиссии помощи к новому пункту сбора. Надо найти окно, прежде чем все это здание рухнет! Вот впереди! Понял, прыгаем отсюда! Быстрее, к окну! Готовьте парашюты! Ноутбук Рамоса был сильно поврежден, но Нарад нашел кое-что интересное. Рорк? Он перемещается 2 раза в сутки. Но пока мы точно знаем, где он. Плавучий комбинат в Персидском заливе занятой Федерацией. Они называют его Фрипорт. Нарад все нашел. Теперь он нужен им живым. Для охоты вам предоставят 2 восстановленных птичек. Я со спектра буду все координировать. Это будет адская охота. Крупная дичь. Но вы знаете, что делать. Байер 5-0. Это Албу 1-1. Мы в 2 минутах. Понял вас, 1-1. Помните, самое важное — забрать то, зачем мы пришли. Так что прикрывайте группу захвата, пока мы спустим ее вниз. Подтверждаю, 5-0. Гасим огни. Комплекс ПВО. Курс 7-7. Проверим, нужно ли нам разрешение на контакт. Я как раз сейчас запрашиваю. Ждите.
10 секунд. Мы должны быть готовы стрелять по этим парням. Так, нам разрешили атаковать противника. 5-0. Что использовать, ракеты или пушку? Все, что у вас есть. Вас поняла. 1-0. Выбрал пушку. Все, парни, вступаем в бой. А вот черт, там полно целей. Внизу летут огонь с пулеметом. Враг ведет по нам огонь со здания с трубами на крыше. Здание с дымовыми трубами. Вас понял. Ориентир трубы. 1-1. Вы наблюдаете или ведете огонь по целям? 1-1. Повтор, вступаем в бой. На крышах обнаружены новые цели. 1-1. Враг ведет огонь с крыши самого крайнего к западу здания между двумя дорогами. Ракеты. Ракеты выпущены.
под нами! Вас понимаю, разберитесь. Уничтожьте движущиеся цели. Продолжить атаку. Мы открыли огонь по движущим целям в этом районе. Многие из них уничтожены, но некоторые еще живы. Есть! Принято! Разворачиваемся против часовой! Черт! Ракета попала в цели. Спасибо за помощь, 1-1. Отряд призраков на палубе, повторяю. Отряд призраков высадился и выдвинулся. Outlaw, 2-1, удерживайте курс. Вас понял. Продолжить поиск целей.